Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам Ананда Саходитам Ванча калпатару ваше кипасинд бивача. Патитананг павуне бхавишна бибхьо намо нама. Муканкароти вача ланг пангунг ланг хетгирим. Ят кипатам аханг банди парма ананда мадвам. Бриндавай тусиде бхай пиявай кешва сачо. Шна бхакти паде деви сатто баттои намо нама Нараяна намаскритта нарунча ива нароттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо амадире Шанкиртане кишна катху падеш Кавриya патрасья пракасане ча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парихабагнам Абишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Девиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуриджи Такамапика Бабадушва Дарши Пурнану Рага Джасунага Сусагра Сара Мурти Сарадика Микада Кипам Крус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиат Дайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиат Дайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Хари Хари Аджану Ламбита Бхужо Канака Бодату Шанкиртанай Кавитаро Камала Ятакшо Вишам Баро Дижа Баро Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякаро Каруна Бхатаро Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джасу Бадани Лакшмир Джаса Чабакшаси Ясиасти Хидая Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Janasya Krishna Devimukha Shadaivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugrahaye Ho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janadanasya Janasya Krishna Devimukha Shadaivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhaye ho charanti nunam bhutani bhavyani janardhanasya. Gauriya Goshti. Gauriya Goshtipati. Gauriya Goshtipati. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джаганда Гуру сказал, that preaching can be done both ways. One is negative way. Проповедь может проходить как в негативном, так и в позитивном ключе. Негативная проповедь ведет к деградации, но она очень быстра. Позитивная проповедь долгосрочна, то есть проходит гораздо сложнее, но ее результаты вечны. Шрила Прабхупада говорит, что проповедь может быть как негативной, так и позитивной. Негативная проповедь дает очень быстрые результаты, но эти результаты очень плачевные. Позитивная же проповедь очень редка. Благодаря ей вы можете развить бхакти в сердце. Агасур, Бакасур, Путана, they all done negative preaching. Прабхупад говорит, что Бакасура и другие демоны проповедовали в негативном ключе. Агасура, Бакасура, Путана, Камса, они также являются проповедниками. Они широко проповедовали. Распространяли имена Кришны тем, что, то есть как это происходило в их случае, они хотели убить Кришну, и новость об этом разлеталась повсюду. Если, к примеру, собака укусит человека, об этом не станут писать в газетах, но если это сделает человек, если человек укусит собаку, об этом непременно напишут в газетах, покажут его по телевизору. Поэтому, когда демоны хотели убить невинного Кришну, хотели убить из-за того, что завидовали. Они наблюдали за деяниями Кришны и боялись, что пострадают от него, поэтому хотели убить его. Они думали, не будет Кришны, не будет проблем. А мы будем делать все, что мы захотим, и нас никто не остановит. Именно поэтому Камса, Шишупала и хотели смерти Кришны. Но со своей стороны Кришна был безгрешен, он ничего плохого им не сделал. Шрила Прабхупада говорит, настоящий преданный тот, кто готов пожертвовать своей жизнью ради абсолютной истины. К примеру, военные готовы в любой момент отдать жизнь за Родину, если она потребует этого.
Точно так же чистые преданные готовы пожертвовать своей жизнью ради проповеди Чайтанья Вани. Они проповедуют не в негативном ключе, но в позитивном. И готовы отдать все за развитие такой проповеди. Прабхупад говорит, я готов спуститься на любой уровень ради настоящей проповеди Чайтанья Вани. Если мы сможем ли мы найти в этом мире тех, кто по-настоящему осознали Прабхупада Вани, наставления Прабхупады, такие личности крайне редкие. В этих словах, произнесенных Шрилой Прабхупадой, заключается глубинный смысл. Я готов спуститься на любой уровень ради проповеди Чайтанья Вани. Проповедь Чайтанья Вани не подразумевает обычную философию, проповедь философия. Говорится, что тот, кто полностью, по-настоящему следует наставлениям Чайтанья Махапрабху, является настоящим проповедником. А те, кто этого не делают, не должны проповедовать. Поскольку если они все-таки начнут проповедовать, они лишь создадут проблемы в обществе. Поскольку они следуют, сами не следуют тому, что говорят. Те, кто готовы отдать свою жизнь за Чайтанья Вани, Прабхупады, Бхактивинода Такура, те, кто не стремятся к славе, почету, деньгам, лишь они могут проповедовать. Но во время проповеди проповедник протягивает свои руки к слушателям для того, чтобы спасти их, вытащить их из их плачевной ситуации, помочь. Это и есть настоящее значение проповеди, то есть распространять свое понимание, свое ощущение служения. То есть проповедь означает помочь слушателям понять, кто есть Бхагаван, а кем являются они, и помочь осознать им их вечные взаимоотношения. Так или иначе, не каждый может проповедовать. В настоящий момент мы видим результат того, что проповедуют все подряд. Видя, какова ситуация наших дней, мы можем сделать вывод, кто проповедует. И если вы не глупы, вы поймете. Я начал с этой шлоки, в которой говорится, что тот, кто не обладает бхакти, не обладает разумом, для того, чтобы освободить таких людей, посланники Бхагавана, которые избраны лично им, нисходят в этот мир для того, чтобы спасти нас. Они заняты адхармой, дхармой. И на самом деле разница между дхармой и адхармой очень тонка. Точно так же существует мирская дхарма и дхарма абсолютная, между которыми разница еще тоньше.
Поэтому обычному человеку сложно ее уловить. Как говорится, если вы хотя бы на миллиметр уклонитесь в одну сторону, в сторону майя, вы начнете служить майе. Если в противоположную сторону станете служить Бхагавану. Может быть так, что с внешней точки зрения то, что мы делаем, выглядит чем-то аморальным. Но если мы совершаем этот поступок ради Кришны, он является бхакти. То есть, если мы совершаем какой-то, может быть, порочный, неприемлемый обществом поступок ради Кришны, не ради себя, он является возвышенным поступком. Сам Бхагаван сказал, что если ты делаешь что-то нехорошее, совершаешь какой-то плохой поступок ради меня, этот поступок на самом деле является хорошим. Если ты грешишь ради меня, говорит Бхагаван, ты совершаешь не грех, а дхарму, следуешь дхарме. Пример этому. Когда Кришна и Баларама учились в Гурукуле, там они совершали Гуру-севу. С утра до вечера. Однажды Кришна сказал Судаме, своему другу, «Я сильно голоден. Прасад еще не скоро, только вечером. Может быть, принесешь чуть-чуть еды из комнаты Гурума, то есть жены Гуру. Он ответил, если я пойду, то она меня поймает и отругает. Это не очень хорошо. Но Кришна наставил, я так сильно хочу есть, пожалуйста, сделай это ради меня. Тогда Судама пошел за едой и стал тихонько прокрадываться в комнату, а Кришна в этот момент позвал Гурума и сказал, смотри, Судама пошел к тебе в комнату воровать. Она поймала его, он расплакался. А потом Кришна сказал Судаме, я тебя проверял. На что ты готов ради меня? Сколько ты можешь вынести ради меня? На самом деле, сам Бхагаван ворует ради своего преданного. Он говорит, я готов прослыть вором в этом мире лишь ради своего преданного. Итак, Бхагаван постоянно проверяет нас, насколько мы смиренны, на что мы готовы ради Него. Способны ли мы отдать Ему все, что у нас есть? Или все-таки что-то для себя оставим? Так вот, тот, кто откладывает свой карман что-то, то есть откладывает что-то на завтрашний день, проповедниками быть не могут. Мадхавендра Пурипат является настоящим проповедником, несмотря на то, что он не ездил в Америку, точно так же, как и Ишва Пурипат. Шримананда Прабху, Шринивас Ачарья, Рамачандра Кавирадж.
Они являются настоящими проповедниками, потому что ничего для себя они не оставили, они все отдали Кришне. Нарада Дас Такур поехал в Манипур. Это крайняя точка Индии. Он поехал туда с одними лишь караталами. Сел на улице и начал киртан. Вокруг собрались люди. Когда Нарада Такур начал плакать, они также заплакали. Нарада Дас Такур говорил на бенгали, а там, в Манипуре, говорят на другом своем собственном языке, и поэтому они не могли понять, о чем поет Нарада Дас Такур. Однако у них также появились слеза на глазах после того, как они увидели, как плачет Нарада Дас Такур. Таким образом, птицы, животные плакали от киртана Нарада Дас Такура, так же, как плакали от киртана Махапрабху. Так вот, это и есть настоящие проповедники. Они и есть настоящие проповедники. А у нас нет даже начального понимания о том, кто есть проповедник, кто такой преданный. Сейчас все перемешано, все смешано. Все поставлено на одну платформу. Но это неправильно. Именно поэтому, потому что сейчас сложилась такая ситуация, Бхактивинода Такур долгое время назад говорил о трудности возникающей ситуации. Кто-то утверждает, что все не так уж и плохо, Калки Аватара, возможно, не придет. Ответ на этот вопрос я дам после Пурушоттама Врата, полагаясь на Сиддханту наших ачарьев. В наши дни Кали настолько распространяла свое влияние, что никто не может укрыться от нее. Она достанет всех и каждого. Прабхупад в Южной Индии, в Кабуре, когда Мадхава Госвами Махарадж, будучи брамачари, спросил Прабхупад, вы говорите на бенгали, но тут люди не понимают бенгали. Но в ответ Прабхупад сказал, я не говорю ни на бенгали, ни на хинди, ни на тамиле, ни на английском. Я говорю харикатху. Итак, харикатха, на каком бы языке она ни звучала, она является вайкунтха-васту. Другими словами, она производит, дает реакцию на нашем сердце, при условии, что наше сердце чисто от оскорблений, свободно от апаратх. Почему проповедь Нараджи Махараджа была настолько успешна? Я буду давать ответ на этот вопрос день за днем. Сатсанга настолько могущественна, что она даже превосходит святое имя. То есть Нама Санкиртана
очень могущественно. Однако для того, чтобы повторять, нам необходима саду-санга, то есть необходима встреча с саду. Поэтому, именно поэтому саду-санга занимает главнейшее ведущее положение среди процессов преданного служения. Итак, сейчас мы подошли к вопросу. Возвращаемся к вопросу о том, почему столь многочисленные демоны получили бхакти, несмотря на то, что не совершали ни один из видов преданного служения. Если вы не находитесь на трансцендентном уровне, то есть если я нахожусь на материальном уровне, то, что я говорю материально, то, что я делаю материально, то есть если бы мой гуру Махарадж был материальным человеком, материалистом, думал бы только о мирских вопросах, он бы не смог дать мне духовного блага. Если мой Гурупад Падма материалист, то чего мне от него ждать? Ждать от него нечего. Таким образом, прежде всего, необходимо достигнуть трансцендентного уровня. Но что происходит в наши дни? В наши дни ведется такая проповедь, которая ослепляет людей, вместо того, чтобы даровать им трансцендентное видение. Из этой проповеди если проповедники, если я не способен помочь слепым дживам этого мира, даровав им трансцендентное видение, что говорится в этой шлоке? В этой шлоке говорится, что гуру дает трансцендентное видение, но сейчас цель проповедников — сохранять людей в их тьме неведения. И ситуация эта очень опасна. Почему сейчас так редки сознающие души? Мне совершенно неинтересно, сколько сейчас живет людей в вашей матхе. Совершенно неинтересно, сколько там ослов и обезьян. Мне интересно, сколько там самоосознавших себя душ. Мне неинтересно, сколько построено храмов. Но интересен вопрос, сколько там осознавших себя душ? Вы сами являетесь самоосознавшей себя душой? Вы — ачарья. И все очевидно по тому, что говорит ачарья. Так вот, настоящее значение проповеди заключается в том, что проповедник, проповедуя, инициируя людей, помогает им обрести трансцендентное видение, другими словами, открыть их глаза, чтобы они обрели дивьягьяну и взрастили свое сознание, возвысили свое сознание до уровня, на котором никто не сможет вести их в заблуждение. Так вот, гораздо лучше не проповедовать совсем, чем проповедовать, не являясь квалифицированным. Итак,
Эвам пракрити вайчитрат бхиддате матайо нинам. Парам парджена кесанчит пасунна матайо апари. Бхагаван speaking to Удхава. Бхагаван говорит Удаве, Удава, в соответствии с разнообразной природой людей, мое мнение отличается от твоего, ее мнение отличается от его. С внешней точки все мы следуем Бхагавад-Дхарме. Бхагавад-Дхарме следуете вы, нам совершенно интересно, кто из какой страны. То есть с внешней точки зрения все мы, собравшиеся здесь, следуем Бхагавад-Дхарме. И ты, и я. Как же возможно так, что ваше мнение отличается от моего на 100%? Если вы следуете Бхагавад-Дхарме, вы приехали сюда за 1000 километров, потратив огромную сумму денег, зачем вы приехали сюда? Для того, чтобы обрести Бхагавад-Дхарму или чтобы заниматься ерундой? Вы не задумываетесь о том, что можете умереть уже завтра или спустя минуту. Вы не поглощены абсолютно истиной. Так вот, если я не могу следовать обычной правде, как я могу принять истину абсолютную? Если вы видите, что я обманщик, что я вор, так как можно ожидать, что я следую абсолютной истине, как я могу называть себя ачарьей? То есть, если я ворую, если я обманываю, но при этом говорю, я ачарья, но как же это возможно, если ты вор, если ты воруешь? Если нет в твоем поведении даже обычной мирской морали, нравственности, так как ты можешь занимать пост ачарья? Мне это непонятно. Итак, в соответствии с разнообразием природы живых существ, людей, их мнения разнятся. Несмотря на то, что и вы, и я следуете Бхагавад-Дхарме, наши мнения не одинаковые. Я говорю об одной Бхагавад-Дхарме. А вы от нее уклоняетесь. Это говорит о том, что вы не следуете. Итак, в этом мире невозможно избежать разницу во мнениях. But you grow some different mood and I different. Like the case I already told long ago. Like, you know, Vishvakarma and Indra. Разница существует даже во мнениях.
воздушных личностей, таких как Вирочан и Индра. Они обратились к гуру Брихаспати для того, чтобы постигнуть Брахма-гьяну, чтобы он обучил их. Они учились вместе, и Брихаспати обучал их обоих одинаково, одновременно. Оба они слушали Харикатху из его уст. Однако Индра постиг какое-то знание, а Вирочан нет. К примеру, когда Прахлад Махарадж, вспомните, когда Прахлад Махарадж находился в лоне своей матери, и он, и она, его мать, сидя перед Нарда Махараджи, слушали Харикатху из его уст. Но в результате она не постигла совершенно никакого знания. То есть она не обрела преданности. А Прахлад Махарадж стал великим преданным. Он достиг совершенства благодаря этой же Харикатхе. Все это из-за разнообразия природы живых существ. И точно так же в случае с Индрой и Вирочиной. Индра знание обрел, а Вирочана нет. На берегу Ганги растут дерево нима, кокосовое, то есть пальма, дерево бетеля. И все получают воду от Ганги, на них светит солнце, дует ветер, одинаково идет дождь, но результаты они дают разные, то есть имеется в виду плоды, их разнятся. Пальма дает кокосы, манговое дерево дает плоды в форме манго, ним. То есть не может быть так, что манго станет давать кокосы. Все зависит от природы дживатмы. И мы эту природу изменить не можем. Точно так же многие ученики, то есть разные ученики приходят к Гурупада Падме. Может быть, они приходят с одними мотивами, но их природа разнится. Если бы на 100% они предались гуру, в таком случае не осталось бы проблемы природы, разницы в природе, потому что когда джива предается, она предает все, что у него, то есть отдает все, что у него есть, стопам Гурудева. В том числе свою материальную природу. Наша природа отлична от природы гуру, но мы вручаем ее лотосным стопам Шри Гуру. К сожалению, далеко не каждый из нас готов полностью предаться. Нам присуща своя собственная природа, кама, кротха и так далее. И мы, поскольку мы не предаемся до конца, нас мучают эти проблемы. То есть отсюда следует, что все наши проблемы, все наши анартхи беспокоят нас только из-за того, что мы так и не предались лотосным стопам Шри Гуру. Если
Очень простой вопрос. Если я следую Шриле Бхактисиддханта Сарасвати Такуру, вы следуете Шриле Бхактисиддханта Сарасвати Такуру полностью, так как между нами могут возникать разногласия? И кто же мне, ну кто сможет ответить на этот вопрос? Если я следую 100% Шриле Прабхупаде, и вы следуете, она следует, он следует, так о чем же нам ссориться, о чем же нам, за что же нам сражаться? Лишь если мы этого не делаем, лишь если мы не следуем Прабхупаде полностью, между нами возникают конфликты. Лишь если мы преследуем какие-то корыстные интересы. И именно по этой причине проповедь наших дней грязна. 70-80 лет назад, еще 80 лет назад, Прабхупада сказал, без стопроцентного предания никто не сможет говорить об абсолютной истине. Итак, если вы следуете Прабхупаде, если наши предшествующие учителя следуют ему, откуда же взяться различным мнениям и различным конфликтам? Я сейчас даже не говорю о результатах проповеди, я говорю о процессе. То есть, если вы по-настоящему следуете Прабхупаде, вы в своей проповеди должны последовать ему. Кришна говорит нам, что мы не должны переживать о плодах, а о том, к чему приведут наши действия, мы должны искренне служить Ему, искренне служить Кришне. Вы лишь обязаны, говорящий Кришна, исполнять свои обязанности совершенным образом, как можно лучше. А то, к чему это приведет, вас беспокоить не должно. Таким образом, мы должны лишь стараться следовать наставлениям Прабхупады, следовать тому пути, который дает нам Прабхупада. Парват Муни говорит Нараджи. Наблюдая за такой превосходной проповедью, наблюдая за колоссальными изменениями, которые произошли с кровожадным охотником, Парват Муни сказал: «Нараджа Махарадж, ты философский камень». Нарада, ты философский камень, а иначе как бы ты смог так изменить этого охотника? Раньше он ел сырое мясо, но теперь он полностью изменился.
стал другим человеком. И постепенно, я думаю, что вам становится более понятно, что такое настоящая проповедь. Нарада Махарадж является главным проповедником, так же как Шанкар Бхагаван, Майтрея Муни, Удава, Шукадев Госвами. Все они выдающиеся проповедники, Парикшит Махарадж. И мы должны следовать по их стопам. Без всяких модификаций, без всяких изменений. Сейчас, в наши дни, все виды изменяют процесс в соответствии со своими корыстными интересами. Но 150 лет назад Бхактивинода Тхакур сказал, нельзя изменять сиддханту. Мы должны следовать в точности наставлениям нашей Гуру Варги. Не должно быть никаких новых процессов. Мы должны следовать процессу в точности тому процессу, который дала нам наша Гуру Варга. Если мы изобретаем новые процессы, мы вместе со своими последователями отправимся в ад. И вся наша проповедь, сколько бы она ни длилась, будет бессмысленна. Думаю, сейчас вы понимаете, почему эти демоны смогли достигнуть лотосные стопы Шри Кришны. Это случилось лишь благодаря сатсанге. Сатсанга дает такой колоссальный эффект, что полностью изменяет сердца живых существ. Но, к сожалению, в наши дни эта сатсанга очень редка. Крайне редок шанс встретить того, кто может предоставить нам совершенную сатсангу. Именно поэтому дан этот процесс, который более практичен для нас. Все они достигли моих лотосных стоп. Но результаты были разными. То есть то, что обрел Вритрасура, нельзя сравнить с тем, что обрел Прохлад Махарадж. Точно так же, как нельзя сравнить Бали Махараджа с ними. То есть речь идет о вкусе, о расе, о любовных отношениях с Господом. But first of all, you hear Bhagavan speaking, Te na
Об этом мы поговорим сегодня. Итак, мы повторяем предыдущий стих. Эти демоны не изучали Сиддханту, не следовали видам преданного служения. Потому что, конечно, если бы кто-то начинает служить чистому преданному, он обретает бхакти. Но эти демоны никогда не служили. Искреннее служение Махабхагавата Вайшнаву дарует все осознания, дарует освобождение от материальных оков. В то же время пратиштха, деньги, слава приведет в ад. Итак, махат-сева — великая вещь. Но эти демоны к ней не обращались. Они не совершали служение, не следовали вратам. Даже не постились на Экадаши. Экадаши — главнейшая врата, при помощи которой можно обрести бхакти. Говорится, что даже одного экадаши достаточно, чтобы его достичь. Но если следовать ему безукоризненно. Также эти демоны не совершали ни аскезы, ни тапаси. Так вот, лишь благодаря сатсанге они смогли достигнуть мои лотосные стопы. Гаджендра получил общение с великим, выдающимся Риши. Орел Джатаю, вы слышали о нем? Так вот, Джатаю изо всех сил старался спасти Ситу. Но у него не вышло, и он был повержен Раваной. Но Джатай обладал преданностью, поскольку получил общение с Дашаратха Махараджем. Кубджа в своей предыдущей жизни также получила общение с Нараджа Махараджем. Гопи, Браджадхами, не думайте, что гопы, о которых здесь идет речь, являются вечными. Нет. Тут речь идет о
те, кто достигли совершенства. К примеру, некоторые из муни и риши в лесу Дандакарани хотели обнять Рамачандру, но это было невозможно в форме Рамачандры. Он сказал: когда я явлюсь как Кришна, ваше желание будет исполнено. И они родились как гопи и приняли участие в лилах Кришны. Когда Сита была в ссылке, для того, чтобы провести ягью, Рамачандра создавал золотые статуи Ситы, которые занимали место Ситы на протяжении ягьи. И эти статуи после яги составляли в одно место, и впоследствии они стали гопи. То есть я сейчас говорю о садана-ситхе гопи. А так, даже птицы, животные, которые, казалось бы, не обладают разумом, смогли достигнуть мои лотосные стопы, говорит Кришна. Бхаву можно сравнить с инфекционной болезнью. Если я поговорю с инфицированным человеком, я заражусь с него. Точнее, такой же эффект производит Бхава. Или другой пример, когда две тучи соприкасаются на небе, между ними возникает гром, то есть возникает гром и образуется молния. Точно так же, если у какого-то преданного проявилась бхава, он способен наделить ей другого. Итак, если кто-то обращается к чистому преданному, который обладает бхавой, если этот человек пришел к нему с чистым сердцем, существует шесть видов взаимоотношений с вайшнавами: дадати, пратигрихнати и так далее. Шесть видов любовного взаимообмена с преданными. Итак, если мы придем в общество с чистым преданным, которое обладает бхавой, мы переймем ее у него. Но условие в нашем сердце не должно быть оскорбление. Когда
Сейчас Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж мог видеть сердца других, лишь взглянув на того, кто перед ним. И точно так же мы, глядя на чистого преданного, можем очиститься, но при условии, что мы не совершаем оскорбления. Когда ученик Шрилы Прабхупады пришел к Гуру Кришнадас Бабаджи Махараджу, он сразу же разглядел его сердце, понял, что его сердце. Он спросил: «Ты инициирован?» «Нет, я еще не получил инициацию». Ну, как ты можешь такое говорить? Ты же пришел от Прабхупады, от Бхактисиддханта Сарасвати, от Такура. Это как раз-таки заключает, подводит к заключению то, о чем я говорил на протяжении трех дней. То есть, что благодаря Харикатхе Парикшит Махарадж, к примеру, получил инициацию. То есть он получил дикшу таким образом. А дикша — это в большинстве своем не минутный процесс, это длительный процесс. Коровы Вриндавана лизали тело Махапрабху, облизывали, не могли оторваться от него. Несмотря на то, что стадо гнали домой, они не хотели отходить от Махапрабху. Например, Расикананда Прабху. Благодаря общению с ним, бешеный слон полностью изменился. Лишь взглянув на Махапрабху, животные испытывали прему. Они видели его на большом расстоянии. На большом-большом расстоянии, и лишь завидев его, они теряли сознание. И это не пустая болтовня, это описано в шастрах. Прабхадананда Сарасвати Пат описывает это. Говорится, что то, что невозможно достичь за тысячи-тысячи лет медитации, возможно получить, лишь увидев Вайшнава. Жены Пратапарудры сидели на слоне, а Гуранга, и завидев Гурангу на большом расстоянии, как он воспевал святые имена, они расплакались. Что же говорить о людях? Даже животные, птицы рыдали при виде Гуранги. Даже мусульмане, которые, как правило,
которые, как правило, очень жестоки, то есть критично настроены ко всем. Я сейчас не говорю обо всех, но так вот, этот мусульманский, один мусульманский правитель. Во времена Махапрабху все штаты Индии были закрыты, и было сложно перемещаться между ними. Границы, существовали границы между штатами, которые охранялись стражниками. И когда Махапрабху шел в Орису, одному мусульманскому лодочнику приказали переправить Махапрабху на другой берег, чтобы он беспрепятственно смог добраться до места назначения. Но когда он вез его, этот мусульманин расплакался. А когда Махапрабху сошел с лодки, лодочник упал в обморок. То есть посмотрите, каково могущество золотой аватары. Постарайтесь, хотя бы постарайтесь осознать, кто есть Гауранга. Тогда вы почувствуете огромное вдохновение. Так или иначе, мы сможем достигнуть успеха, если будем искренне. Как Гауранга Махапрабху смог развернуть такую огромную проповедь? Потому что его желанием было распространить Бхаву. В Южной Индии, к примеру, Васудева Випра или Курма Випроба, они болели лепрой. Когда Махапрабху благословлял кого-то на проповедь, этот человек достигал огромного успеха в проповеди. Почему опасна атомная бомба? Потому что она создает цепную реакцию. То есть, да, бомба взрывается, это может быть не так страшно, но когда она производит цепную реакцию, ее этот взрыв распространяется на огромнейшие территории. И это можно сравнить с проповедью Махапрабху, с проповедью тех, кому Махапрабху давал наставление проповедовать. Такой проповедник приходил в одну деревню, и все жители этой деревни становились преданными. Затем, благодаря жителям этой деревни, окружающие деревни также становились преданными. All the cows,
коровы, олени, птицы, животные, все они достигли меня. Даже, казалось бы, собака, которая, казалось бы, не обладает разумом, достигла премы. Вспомните, собака Шивананда Сены. Нам кажется, может казаться чудом, что собака сама дошла до Гамбиры. Тогда Махапрабху накормил ее и попросил сказать Харе Кришна. Собака в точности повторила. Он бросил ей кусок кокоса, и, проглотив его, собака оставила тело. Видя случившееся, окружающие были, то есть очевидцы были поражены. Когда Махапрабху обнимал огромные деревья, которым было уже не одна тысяча лет, их всего было семь деревьев, и Махапрабху обнял каждую, и после его объятий дерево сразу же получало освобождение, то есть оно покидало тело дерева. То есть дживатма, которая находилась в дереве, покидала дерево, получала освобождение. Так вот вы, дживатма, одна из тысячи, одна из миллиона, получили возможность, такую редчайшую возможность обрести лотосные стопы Бхагавана. Но не осознаете своей удачи. Но я прошу вас, постарайтесь не совершать оскорбления по отношению к Дхаме, Наму, Харикатхе и Вайшнавам. И в соответствии со своими возможностями вы можете делиться своими впечатлениями, своим пониманием, то есть с тем, что вы сейчас услышали, с окружающими, для того, чтобы люди не были обмануты, чтобы у людей появилась возможность узнать о абсолютной сиддханте, о подлинных наставлениях Шрилы Прабхупады. Бхагаван говорит, как удивительно Удава, то, что невозможно постигнуть йогой, при помощи йоги, при помощи совершения пожертвований, следованию вратам, аскезам, обетам. Комментированием шастр, декламированием Веды, Веданты, Бхагаватам. Все эти процессы ведут к бхакти. Но говорится, что как бы старательно вы не следовали этим процессам, не так просто достигнуть при помощи их бхакти. Но благодаря сатсанге это сделать.
Очень просто. С завтрашнего дня я начну говорить о том, в каком состоянии находилась Браджадхама, когда Кришна и Баларама покинули ее, уехав в Матхуру. Акрура Шапалканандан увез Кришну и Баларама. Pranite Swapalkina, Mayanu Anirakta Diyaha. When I was taken to Mathura Dham by Akrur Swapalkina, когда Акрура увез меня в Матхура Дхаму, те, кто не мог выжить и секунды без меня, у меня нет слов, чтобы описать их состояние, Удава. Они были счастливы лишь видя меня. Я ничего не делал для их счастья, но они были счастливы. Они настолько любили меня. Что когда Акрура увез меня, они превратились в мертвецов, потому что я был для них Амритой. То есть лишь благодаря тому, что я Амрита, потому что они постоянно думали обо мне, они оставались живых. Амрита — это нектар бессмертия, и потому что они памятовали обо мне, они были живы. Об этом мы поговорим завтра. На сегодня я остановлюсь, простите. Джанасья Кришнад Вимукха Шадайвад Адхарма Силасья Судукхитасья Ануграхаеха Чарантинунам Бхутани Бхавьяни Янарданасья Ванча Калпатурусики Басинду Бхавича Патитанам Павани Бхавишна Бхио Намо Нама. Дукхитан Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Hare, na, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hari Bol, 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Нитай Гаур Премананде Хари Хари. All each Харикатха, we have to hear at least 100 times. Каждую Харикатху нужно переслушать хотя бы 100 раз, тогда вы сможете понять глубинную философию. Если слушать время от времени, вы не сможете все запомнить.